Это девочка будет дальше выбегать. Лезть и сжать. Колосок вот так вот. Так попал. Видит на плоский человечек. И так, это такие красивые, классные, зеленые, щитка и гуще. Ура, закричал на плоский. И давай собирать облавку. Домой собрался и видит матроски лисички кругу, а лисички-то русы, они русы, потому что у них силы кофны, орел на человеке зальтоник, и глаза взрослые светлые снимают. Они мимо лисичек выползают на белые грибы на глазные. Ура, закричал матрос, и давай собирать облаву полную кофну. И домой собрал. И видит матрошки подошли на лица. Один угол крепче, один угол подошли. Что ты будешь делать, думает матрошки? Ну и природа у нас. И одного грибочка не найдет, сзади целый столбом забивать. Ура, закричал матрошки. Давай собирать. Собрал полную корзину и домой собрался. И видит на дочке два белых гриба стоят. Он подошел на кинопинку, высыпал и давай белые грибы собирать. Собирает, но не больно они собирать. Он стал сюда светить. Тем временем подсаивает за грибами плавить. Видит, что ты человек с человечками. Вот лучше ярко подумал Сайка, и все грибы в корзинку. Следом за Сайком Сталион Печкину в лес отправился. Видит, кто ты на тропинку лисички высыпал. Удивительно. Грибы такими кучками вокруг, что как у вас на корзинку хватит, и все грибы в корзинку. Следом за Печкиным дядя Федор в лес отславился. Вообще из леса с грибами приходит, чем откуда. Видит, прямо перед ним целая гора подошли. Удивительно, кто же до меня такой подал? Ау, ау, тихо, грибы, лес молчит. Тут дождик надвигается, мокнут грибы, упадут грибы, и все грибы в корзинку собрался. И домой собрался, вечером приходит вот матроски, мокрый, с двумя белыми грибами на дне корзинку, отрицает. Почему ты без грибов пришел? Мы сядем, продал полный корзинки на бой. Ой, в бой, потому что ты я из корзинки подкладывал. Еще сказал как-то. Подумал и добавил. И верно, бывает, люди, лучше чиниться в корзинку лавы в небе. Обидно, что одна корзинка знает.